в связи с появившейся в некоторых СМИ информацией о неком инциденте, который произошел в Рейхстаге 23 апреля нынешнего года с делегацией Совета ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации во главе с его председателем генералом армии Ермаковым, считаем необходимым сообщить следующее. Судя по всему, имело место чисто техническое недоразумение. Еще на стадии проработки данного пункта программы пребывания упомянутой делегации было известно, что в этот день полноценные экскурсии по Рейхстагу не проводятся из-за пленарных заседаний Бундестага, а возможен лишь облегченный вариант в виде подъема на его купол. При прибытии делегации в качестве цели посещения была, однако, обозначена именно экскурсия, проведение которой в силу упомянутых причин не представлялось возможным. После вмешательства представителя Российского дома науки и культуры в Берлине сотрудники службы безопасности принесли извинения за возникшую накладку, которые были приняты российской делегацией. В этой связи считаем данный инцидент исчерпанным.